времени вообще? Я знаю, что какое-то грандиозное событие случилось. Я думаю, 5-7 дней мы должны собрать. Один раз, два раз, три раза, вот так, около 3000 человек принят. Значит, банкетный зал большой, с транспортом, с расположением. Кизилюрте заказан, может быть, и в республике что-то здесь сделают. Здесь вот, я думаю, Азманам не нужно ждать. Агрегора тоже не нужно. Спасибо всем, что сегодня пришли, поддержали, встретили. Скажу, что этот бой как бы соперникам никак не отличался, но психологическом плане очень тяжело было настроиться, потому что за неделю 5 соперников поменялись. И бой был за пояс, психологически чуть тяжело было, еще и весовом комиссии. Но хамдулля, когда у тебя такая команда рядом, когда у тебя столько близких людей, когда у тебя столько болельщиков по всему миру, столько людей поддерживают. Ну, если у кого-то была ошибка, да, там, право на ошибку, то у меня ее не было. Так что всем вам большое спасибо, что поддерживали столько лет. Это не один день, не два года, там, я не 10 лет, а всю жизнь тренируюсь с малых лет. Шел к этому. Я, хамдулля, пришел к этому.